Ребята, всем привет! Вы на канале Веселые Тачки. Мы сегодня с вами погоняем на вот этой вот крутой тачили. Она очень супер-мега крутая и скоростная, друзья мои. Ну что ж, давайте мы попробуем на ней проехаться и посмотрим, куда мы... Вау, ребята, это море! Тот, кто поставит лайк, ребята, у того есть еще огромный шанс поехать на море. Попробуйте, может быть, вам повезет, друзья. Поехали! Ну что ж, в принципе, крутая спортивная тачила. И я бы, честно говоря, такой сам бы себе купил, были бы у меня на это деньги. Вообще крутая, ребята, скоростука просто неимоверно крутая. И сам по себе цвет такой вообще обалденский. Вау, здесь Маквин стоит даже. Ребят, посмотрите, сколько здесь тачек стоит. Вообще круто. Ха, вообще великолепно. Ух ты, а что там случилось? Ребята, что здесь делается? Посмотрите, это что тут за аварии такие? Ого-го. Так, ну давайте разберемся. Так, кто тут здесь понаделал чего? Посмотрите, сколько здесь тачек лежит. Во! Круто! Да чё, ребят? Ух ты, а там чё? Стоять? Полетели. Чем мы посмотрим? Ух ты, ребята, два монстр-трака. Ну чё, прокатимся на монстр-траках крутых сегодня? Ух, это будет весело. Да. Ну, давайте для начала отправим нашу машинку. Нет, хотя нет, мы ее оставим. Я ее уничтожать не хочу. Пускай она здесь постоит. А я сейчас, ребята, сяду на монстр трак крутой и попытаюсь отправиться на нем по этим по тачкам погоняем, ребята. Сейчас мы посмотрим, какой на самом деле будет монстр трак покруче. Ну давай, садись. Фух, ну чё, ребята, посмотрите на это море. Как хочется, просто неимоверно хочется на море покупаться, в теплом море полежать на песочке горячем. Ох, ох, ребята, просто класс. Так, ну что ж, давайте с разгона попытаемся, друзья, заехать на эту кучу тачек. Поперли. Вот это да. Только что-то наш монстр так, ребят, завис немного. Давай, 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 дружище. Вот он, попер. Ага. Круто. Сейчас будут все водителя просто убегать. Посмотрим, скажут, Борма, что случилось здесь? Что делается? Ну это какая-то здесь монстр машина пытается наехать, раздавить здесь все. Круто, даже проедемся немножко на нашей тачке. Ей-то ничего не будет страшного. О, кстати, а наверх-то заедет или нет? Ребята, мы даже наверх заехали. И... Ах, ты ж немножко соскочили. Ладно, сейчас мы сделаем еще одну попытку. Так, дружище, давай разворачиваемся. Так, кстати, надо выбрать горочку, где здесь можно реально попробовать заехать. Так, чтобы с разгона было круто. Так, а ну-ка. Вот здесь. Я думаю, в принципе... Если разогнать наш джип, ребята, то все... стоять, стоять, куда, куда, ребята, мы куда-то вниз поехали. Ох, 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 ты, боже мой, полетели. Ребята, едем с горки, боже мой, посмотрите, с какой высоты мы просто летим с вами. Боже мой. Бэмс, фух, съехали мы. Вот это да. Ну что, поехали, кстати, на горку, хоть заедем, попробуем. Посмотрим, что там на... Ох, ребята, посмотрите, как мы классно едем по морю. Вообще супер. Я бы сейчас бы остановился и просто поплавал. Бэмс. Великолепно. Просто великолепно. Так, дружище, давай вылазь с этого. Ах, ребята, посмотрите, что от него осталось. Один какой-то вообще там каркас непонятный. Ну что, будем уничтожать нашу тачку. Следы за собой нужно убирать, правильно, ребята? И давайте мы сейчас ее немножечко подорвем. Эй, мужик, что бежишь-то? Ух, она даже не сильно так взрывается. Посмотрите, целая еще осталась. Вот так, ребята. Вот это было круто, все. Она куда-то там улетела в море. Где она, кстати, есть там? Все, ребята, вот она, наш джип. Находится где-то глубоко на море. Давайте мы еще туда разочек подкинем. Сейчас мы, ребята, с гранатометика еще туда. Вот, все, отправили его на глубокое дно. Хо-хо, вот это круто. Теперь делаем прыжок. Вот это да. Ох ты, боже мой. Что-то мы шлепнулись так. Это что за собачка бегает? Так, а ну-ка. Бежи, бежи, пес. Ищи себе покушать. Так, ну что, ребят, давайте будем взбираться немножко наверх. У нас еще остался монстр трак. Давай, давай, дружище, подпрыгивай. Ну, что ты стоишь? Вот так, отлично, ребята. Пока все нормально получается. Нам нужно срочно добраться наверх туда. До наших монстр траков. Побежали. Еще один прыжок. Ну, вот, отлично. Вот так.
перелазим спокойненько и идем к нашему монстр-траку. Давай, мужик. Побежали. Кстати, эта тачка, посмотрите, ребят, на самом деле намного красивее. Да, она мне нравится. Кстати, может быть, она даже побыстрее, чем предыдущий монстр-трак. Ну чё, чел, садись и отправимся с тобой. Сейчас посмотрим, на что ты способен. Так, а ну-ка. А чё он, кстати, не... А, во, всё, нормально. Нормально, ребята. Только хочется заехать вон на ту гору. Кстати, я думаю, в принципе, если с разгона, то сделать это можно. Давайте попробуем. Давай. Тачка подперла, ребята. Эх, так, вот здесь я сделал ошибку. Стоять. Блин, там дерево оказалось. Чё она там делала? Ох ты, боже мой, даже уже крышка слетела передняя. Вот это да, ребята. В капот просто унес куда-то там. Так, а ну-ка еще разочек. Сейчас мы сделаем разгон. Давайте, вот и прямо. Прямо должны, вот, в принципе, у нас все получится. Давай. Да что ж ты будешь делать? Так, главное, чтобы он встал на ноги, это хорошо. Так, ну все, ребят, давайте тогда попробуем. Может быть, здесь где-то есть плавнее какой-то склон. Потому что, ну, на тот что-то... Вот, я думаю, да, вот здесь мы заедем 100%. Вот, отлично, все, победа, ребята. Заехали мы на этот склон. Пошел. Давай, вот, вот это, понимаем, монстр-трак. Вот это высотища, ребята. Посмотрите на эту красоту. Вообще суперски. А что, попытаться можно наверх даже заехать туда. Давай. Сейчас мы, ребята, заедем наверх. Попытаемся, по крайней мере. Ох ты, боже, что, возьми, только не это. Фух, монстр-трак наш перевернулся, ребята. Ва, нет, кстати, нормально, стал на ножки. Я думал, уже все, придется что-то с ним делать. Взрывать его, думал. Нет, оказывается, все нормально. Ох, тихо. Боже, какая высота. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не свалиться с нее. Поехали, ребята. Вот так. Фух, вот это супер. Посмотрите, на какую высоту мы с вами заехали, ребятки. Вот это супер. Ох ты. Как вы думаете, ребят, сможем ли мы с разгона заехать вон на ту, прямо какое-то здание стоит? Давайте попробуем сейчас с разгона туда просто взлететь. Так. Берем разгон. Кстати, лучше, наверное, даже сверху. Ух ты, а что там за здание вверху? Ребята, здесь кто-то тоже живет, что ли? Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Ух ты, заборчик даже. Что тут такое делается? Кто здесь живет? А ну, признавайтесь. Нет, здесь никто нет. Это какой-то старый деревянный заборчик. Так, ну что? Поехали. Сейчас, ребята, делаем разгон и попытаемся заехать вон на то. Кстати, где оно там есть? Я уже его что-то потерял из виду. Где она там есть? Я, если не ошибаюсь, по-моему, здесь, да. Нет, ребят, к сожалению, не получилось у меня вот сюда зайти. Ну ладно. Сейчас мы, ребята, с разгона все-таки давайте влетим в эту кучу машин. Где они, кстати, там есть? Вон они где-то там. Давай, машина, держись. Ух, ребята, пока едем прямо. Кстати, где эти тачки, я не вижу, я хотел бы просто спрыгнуть сверху. Вон они. Тихо, стоять, давай наверх. Вот, отлично. Нам нужно все-таки вот где-то отсюда. Да, и с разгона мы сейчас туда поедем. Давай, машина. Эх, блин, сосна помешала. Ой, ребята, сосна помешала. Ну все. Делаем разгон. Ах, и просто наш монстр-трак. Давай. Завлез, отлично. Вот, круто, ребята. Все, короче. Все наши тачки в полном сборе. Давайте, какую мы захочем вообще сейчас тачку взять? Я хотел бы посмотреть, какую тачку можно взять здесь погонять. Ух ты, полицейские, ребята, это копы. Что делается? Они застряли, они боятся даже что-то делать. Чувак, я тебя не трогаю, я просто хочу здесь все взорвать. Поехали, ребята, сейчас мы сделаем крутые эпические взрывы. Так, прицелимся. Сейчас будет мега крутой взрыв. О, кстати, давайте мы залезем туда вот наверх, ребята. И будет так намного интереснее наблюдать просто с высоты, когда все будет сейчас бабахать. Вот, отлично. Посмотрите, какой видос. Вообще супер. Так, и подключаем наш гранатомет. Так. Ох ты, боже ты мой, ребята, вот это да. Посмотрите на это. Просто все тачки разорвались. Вот это было жесть.
Вот это был крутой эпический взрыв. Вы только посмотрите, все тачки просто поразлетались, друзья. Вообще суперски. Мне понравилось. Так, ну что, последний выстрел из гранатомета. И все, ребята, у меня закончились патроны в моем гранатомете. Ух, ну что ж, ребята, если вам понравился видосик, ух, у нас тачки там продолжают взрываться. Ох ты, это что за ошибка? Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться. И всем пока, ребята.